Для сегодняшнего рецепта нам понадобится лаваш. Нарезаю его на прямоугольные кусочки. В отдельной емкости смешиваю майонез и кетчуп. Кладем один лист лаваша и смазываем соусом. Кладем следующий лист лаваша и снова смазываем соусом. И так повторяем слои. Сверху кладем колбасу. Помидоры, нарезанные кружочками, у меня замороженные. И присыпаем сыром, который я предварительно натерла на крупной терке. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут. Наша быстрая пицца готова. Разрезаем и подаем к столу. Сочная, очень вкусная, с хрустящей корочкой получается пицца. А самое главное, что готовится без теста. Просто один лаваш. Пробуйте, готовьте, пишите свои отзывы у меня в комментариях. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!